Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru Outback. Ремонт переда. Итак, машина была разобрана хозяином, двигатель тоже был вытащен, и после этого машина приехала ко мне. На этой машине мне надо сделать два лонжерона и поменять телевизор. Левый лонжерон отравняю, на правом лонжероне поменяю кусок. Итак, начинаю ремонт. Первым делом срезаю телевизор и тяну лонжероны. Теперь удаляю поврежденный металл. На этом лонжероне буду резать по заводским сварочным швам. На левом лонжероне я удалю только кусок. Его я отравняю на столе. Итак, кусок левого лонжерона я отравняю, затем доделаю лонжерон и приварю все обратно. Левый лонжерон я закончил, теперь приступаю к ремонту правого лонжерона. Но сначала разберу донорскую часть. Беру то, что мне надо.
Теперь я могу приваривать правый лонжерон, но сначала я подровняю его. После этого установлю на место и приварю. Для правильной установки имею карту с размерами. Итак, сварочные работы закончены. Устанавливаю все детали переда. Правое крыло имеет несколько вмятин. Надо его немного подровнять. Сначала я подровняю его на столе, а затем закончу на машине. Итак, работа с металлом закончена. На эту работу ушло 3 дня. Отдаю машину хозяину. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео.
Пока.